Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Денис Хагов, магазин автотранспорта MacBuy. И сегодня мы с вами поговорим о такой очень важной вещи, особенно в использовании моноколес в городской среде. Такая важная вещь, как прыжки. И как вы все знаете, что бордюры, скоки с бордюров осуществляются достаточно легко. Можно просто на колесе на скорости можно с бордюра спрыгнуть. А вот как обратно запрыгнуть, это небольшая проблема, с которой сталкиваются многие моноколесники, особенно начинающие, когда ты хочешь подпрыгнуть, боишься, конечно же, повредить диск, особенно когда колесо не такое большое, и мяса не так уж и много на резине, и первые твои прыжки, когда ты начинаешь подпрыгивать, ты понимаешь, что тебе ногами зацепиться здесь реально нету за что, и ты сам подпрыгиваешь, а колесо остается так, в том же положении, как оно и было. Да, некоторые приспосабливаются, зажимают очень сильно колесо здесь ногами, так, чтобы его подцепить. С маленькими колесами это еще, можно сказать, так еще проходит, такой вид прыжка. Но с большими тяжелыми колесами, к сожалению, нет, и большое колесо, чтобы так зацепить, там 20-25 килограмм с собой поднять в воздух, просто зажатие между ног, но это действительно неудобно, и царапается и само колесо, и не всегда получается, поэтому это неудобно, и это даже, можно сказать, отчасти и опасно. Есть такое решение, так называемые керамбиты, такие ножички, которые тоже производят наши российские друзья. Вот, устанавливаются они достаточно просто. Я специально взял колесо не самое крутое, не самое большое, чтобы вот именно показать, что даже на маленьком колесе, за использование вот таких вот нехитрых таких приспособлений, которые приклеиваются вот так вот сюда с боков. Центр надо определить так, чтобы центр был. Конечно, это все это индивидуально под ногу, но тем не менее центр должен быть приблизительно где-то в районе центра стойки и немножко поднятый немножко назад угол, для того, чтобы когда нога стоит под наклоном, чтобы вы могли зацепить и ногой здесь, и сзади, задней частью ноги, чтобы вы это колесо могли зацепить и поднять его с собой. Вот таких вот два таких устройства. Сейчас я их наклею, покажу вам, как их правильно наклеивать, и мы поедем, посмотрим, что получается именно уже, когда на этом колесе начнем кататься. В общем, идея такая, что надо взять колесо, надо поставить на ногу, на педаль, поставить ногу на педаль и подставить сюда керамбит, чтобы померить место именно соприкосновения, где самое идеальное было бы место соприкосновения именно керамбита с вашей ногой, чтобы его подхватить. Вот что-то в этом роде. Сюда вот упирается керамбит в ногу и сюда упирается вниз, так, чтобы его можно было бы удобно подхватить. Когда место выбрано, тогда просто оставляете его, и тогда уже керамбит так приклеите. Можете отметить конкретное место, куда вам его надо будет приклеить. Ну что, теперь вы можете спокойно прыгать на своем моноколесе. Оп-опа. На любой бордюр. Немножко практики и все. И вы будете перепрыгивать любые бордюры, любые препятствия. Легко и просто. Просто прыг и все.